Однажды я пришел на занятие по русскому языку, и я не сделал домашнее задание. В класс я сидел очень далеко от преподавателя и очень тихо. Но она ко мне подошла и громко спросила, почему ты сегодня набрал в рот воды? У меня вообще не была вода в рту. Я вообще не понял, о чем она спросила. Объясните, пожалуйста. Набрать в рот воды, упорно и долго молчать, ничего не говорить. Набрать в рот воды – это молчать и ничего не отвечать, даже если это сильно требует ответа. У фразеологизма прямая аналогия с тем, что говорить с водой во рту просто невозможно. Такая фраза допустима в разговорной речи, но лучше ее не использовать на официальных мероприятиях. На моем родном языке испанском эта фраза звучит «Te mordió la lengua el gato».